Султан ураган, мегикинский конь. Малик, ну как тебе? А? Малик, давай, салам алейкум, делай. А? Ты с Вихри же, да? А? Да? Давай, Вихри, скажи, салам алейкум всем. Нормально все? Абдулла, как там? Как прошли соревнования? Ты за выход в финал хорошего мальчика выиграл, да? Молодец, молодец. Вот, самый спокойный, самый это. Он не кушает, наверное, поэтому тоже спокойный. Яхья, нормально все? А? Как, в Москве как? А? Кому хочешь, саламу давай. Всем? Мама! Арслан Али, ну что там, как там у тебя? Алейкум ассалам. Я могу сам помогать, помню? Аккуратненько, вот пешеход. Пешеход сказали. Агай, ассаламу алейкум. Вот наш встретил Алла разы болсун. Дай Аллах здоровья ему. Все, детей тоже встретил четко. Баракова тебе. Сейчас я представляю, как мы передвигались бы, да, на такси. 6 такси нанимали бы. И
по Москве ездили. Если бы мы точно никуда не пошли. Да, не с ними какой-нибудь такси там успокоиться возьми. Да, такси не посадишь. Каждый свой вклад в Москве. Равно есть люди, хорошие люди. Четко. Не хочешь его поставлять по поводу соседей? Ну как прогулка, как? Четко. Нормально все.